І про ситуацію в місті, причини перенесення пленарного засідання сесії та про інші важливі для громади проблеми сьогодні будемо говорити у цій студії з мером Кривого Рогу Юрієм Вілкулом. Вітаю вас, Юрій Григорович. Нашої студії. Добре Дякую, день. що згодилися на наше запрошення одразу приїхати. Сьогоднішній день у місті відзначився бурхливими подіями. Причиною затвердження учасників акції стала відміна. Пленарного засідання, про яке ми до слова вчора в ефірі телеканалу Рудана, повідомляли про цей факт, з яких причин не відбулося сьогодні пленарне засідання. Прокоментуйте як міський голова. Ми знаємо, що в складних умовах і приймався бюджет нашої країни. Він приймався, ви знаєте, в яких условиях ночі працювали депутати, і ідеального бюджету нету не могли прийняти. Поэтому в бюджеті було виписано, що всі... предприятия, которые финансируются с бюджета, платят земельный налог. Это как местные советы, так же и все предприятия, милиция, прокуратура, пожарники. Мы когда в понедельник были в Верховном совете, говорили об этом, что это сложный такой для выплат момент, потому что ни в одном бюджете ни одного министерства не запланированы эти деньги. И это не будет выполнено, там только пойдут начисления, штрафы, пени. И вот вчера вечером буквально вышло э, разъяснение, и нам дали рекомендацию, чтобы мы э, в своем решении э, внесли, внесли изменения, изменения, чтобы да. освободить эти все бюджетные предприятия, которые финансируются с государственного бюджета, не платили этот налог. В связи с этим надо менять все решения. Надо провести дополнительно комиссии. Комиссия бюджетная рассмотрела этот вопрос и предложила нам перенести заседание, пленарное заседание, для того, чтобы мы правильно все подготовили и предоставили это все на сессию городского совета. Ну вот на заседании Верховной Рады вы представляли Ассоциацию Мест Украины и Место Кривый Риг. И с такими проблемами стыкается не только Место Кривый Риг, это наша какая уникальная, эксклюзивная проблема. Це цілий спектр нововведень змін до податкового, до бюджетного кодексу. І навіть тоді спікер Верховної Ради ще не готовий був дати повноцінний відповідь. Питання виникають буквально за один день. Такие изменения много... не можно было внести. Вы правы. Так, много вопросов вот, были от сельских угу. советов, от малых городов, от больших городов, областные советы. Есть шероховатости в принятии бюджета, поэтому и Кабинет министров, и Верховный совет сказали, что вот до 15 февраля будут разработаны все изменения, и после 15 февраля будут изменения к бюджету. Но нам же надо жить. Нам надо в феврале жить, в январе жить. И для того, чтобы все было по закону, нам порекомендовали принимать свои решения, те, что недоделаны были в основном бюджете. Поэтому ничего здесь страшного нет. Мы учимся жить в новых условиях. Так получилось, что новая абсолютно система финансирования медицины. Новая система финансирования... образування. Ці питання, до слова, обговорюються зараз в постійних комісіях відповідних о, зміни у цих сферах? Звісно, обговорюються, тому що, от смотрите, ніколи такого не було, щоб вони ці отраслі фінансувалися з державного бюджету, субсидіями державного бюджету. І от в цьому році, в январі, немножечко пройшли збої з виплатою авансів і по медицині, И по образованию, конечно, мы сейчас еще не получили деньги по энергоносителям, по медикаментам, поэтому есть сложности. В некоторых больницах отменены плановые операции, потому что и еще не уже и, поэтому, да, глядачей, и, так. и поэтому мы уже тоже поставили в известность и кабинет министров и Верховный совет. Мы озвучили эти все вопросы, что есть проблемы и их надо быстро решать на государственном уровне, потому что изменилась полностью система финансирования полностью. И если раньше мы могли на это влиять, то сейчас пока мы влиять на это не можем. Как нам людям смотреть в глаза? Как нам надо? Мы обязаны это делать. И если мы это не будем добиваться и не будем решать этот вопрос, то это неправильно. Юрий Григорьевич, на кого планируется планарное заседание? Для нас это очень критично. Это в ближайшее время мы это должны сделать. Сейчас пройдут комиссии, и сразу мы проведем это заседание, потому что очень много жизненно важных вопросов у нас стоит на сессии. Это и помощь тех, кто воюет в АТО, и помощь Мариуполю, и помощь другим категориям нашего населения, которые действительно сейчас нуждаются. В тих вопросах, которые должен приймати городской совет, ну от наші глядачі є свідками того, що громадськість у Кривому розі, особливо останній рік, досить активно бере участь в обговоренні усіх важливих проблем. Бачимо і на засіданнях постійних комісій, і у робочих групах, і у форматі круглих столів, які ми також транслюємо. Чим тоді, на вашу думку, викладені от такі акції, радикальні, як сьогодні, особливо враховуючи отаку. От Ситуацію в країні, коли, як на мене, найважливіше зберігати спокій, безпеку городян, ну, чи може відтермінування цієї сесії на тиждень або декілька днів стати реальною причиною для того, щоб так радикалізувати ситуацію в місті? Понимаєте, кроме каких то лічних амбіцій, я не вижу такої ситуації в городі, яка зложилася критичкою. Ви теж. корреспонденты все видят все знают жители города видят что критической ситуации никакой нет надо решать вопросы и все э, решаются открыто не было ни одного вопроса чтобы кто-то не пришел на круглый стол или кого-то не пустили на заседание постоянных комиссий или не ответили на вопросы мы работаем открыто и готовы ответить на любые вопросы другое дело что нужно слушать и э, чем мы отличаемся от тех, которые могут говорить что угодно? Потому что мы за каждое свое слово отвечаем. На мы вас не... и ответственность выгорожена. Конечно, за... отвечаем за каждое. За каждое свое слово мы отвечаем. И э, кто-то может э, говорить, и что угодно, а мы Дозволяти не мы свое, не да? имеем права. Мы готовы к конструктивному сотрудничеству. И вот смотрите, мы когда сейчас нас обязали на этой сессии принять... Новые там, налоги, угу. новые Но целый коэффициенты, пакет, целые пакеты, и все остальное. Я подписал распоряжение: мы не пошли по узкому кругу, что мы подготовили, посмотрели депутаты. Я подписал распоряжение, создали комиссии, которые рассмотрели с участием общественности, конструктивной, которые хотят. И ни у кого не было претензий. Мы послушали, что сказали люди, сделали изменения, подкорректировали. И вот сейчас выносится так сказать сбалансированная оптимальная позиция всех, кто принимал в этом участие. когда конструктивный диалог идет, это корисно для влады. Да, это необходимо. Конструктивный диалог необходим нам всем, и мы открыты к этому. Вот смотрите, и круглые столы, и комиссии, и все. Всі відповіді на будь-які запроси от сьогодні конструктивного діалогу, точно було мабуть напевне і не заплановано тими, хто увірвався до міських виконкому лунали заклики до встановлення у нашому місті якогось воєнного стану. Чи існує взагалі така практика і до чого вона може призвести? Ну, діло в тому, що в Україні так практики взагалі непонятно, понятна, не Чи це з переліку думок, за які не відповідають? а просто так. во-вторых оно незаконное uh -huh. а в третьих нет никакой в этом абсолютно необходимости и можно ну, кричать говорить что угодно но я, я ответственно заявляю, что в городе работоспособная команда создана, которая работает, которая выполняет все задания и я считаю что в законном русле, надо выполнять все работы, все, которые проверки необходимы были, общественная же была на приеме, и у начальниками УВД, и у одного прокурора, и второго прокурора были по всем тем вопросам, которые они задавали, были десятки, десятки проверок. У нас за прошлые годы было больше 700 проверок. Про законність ви звернулися до президента України з проханням забезпечити законність. Знаємо, що і начальник УВС також повідомив міністра внутрішніх справ по сьогоднішній події. Чи є вже якась реакція? Як довго очікувати її сьогодні? Розговор мой з обласною адміністрацією, з начальником де області говорить о том, що у нас в городі все спокійно і все нормально, і що адміністрація області і. Э, милиция э, не поддерживает незаконные такие выходки некоторых э, элементов э, в кривом рогу. Я думаю, что э, во всяком случае я надеюсь, что в сложнейшей ситуации сейчас, которая в Украине, порядок в нашем городе, ну, будет восстановлен и мы будем э, иметь возможность нормально работать, цивилизованно, и жители нашего города будут э, получать все необходимые услуги и э, спокойно жить. Ну, впевнено, що ніхто не хоче повторення такої ситуації, як на сході. Всі зараз слідкуємо за подіями в Маріуполі. Знаємо, що і кривий Ріг, Криворіжці беруть активну участь у допомозі, не залишаються байдужими. Що на сьогодні вже зроблено? Що ще має бути зроблено у напрямку допомоги нашим співгромадянам? Ну, я розмовляв два рази з мером Маріуполя угу. по всім вопросам, звісно, страшне положення. Это... Большое горе, когда такое вот случается. Не буду повторять, вы знаете, что там случилось. И мы вчера уже направили одну машину да, с гуманитарной помощью, и 225 рулонов рубероида и 700 квадратных метров стекла. Это то, что мы сразу, сразу подготовили. Сейчас готовится. Тоже и м, пленка для того, чтобы можно было какие-то окна закрыть, и тоже и дверные блоки, и оконные блоки, и руберои. То есть все те вопросы, которые необходимо, то, что мы обговорили, надо людям помочь. И по нашей инициативе поддерживают нас депутаты. Сейчас вынесем на сессию городского совета. Мы, когда, если примет пленарное заседание сессии, угу. 500 тысяч гривен хотим перечислить Мариуполю для выделения помощи жителям, которые пострадали в Мариуполе. Потому что мы разговаривали, они говорят, очень много семей или очень много людей, которые нуждаются в этой помощи. Сейчас в Мариуполе они ну, уже все эти средства растратили и не, не могут даже помочь финансово людям, чтобы они немножко почувствовали заботу всех украинцев, чтобы это... мы все понимали, что действительно Украина единая и никто не брошен в такой беде. Конечно, мы, мы должны победить, и мы должны Тільки вместе, только сплотившись и і не э, мешая жити, а наоборот, конструктивно работая, можем э, привести к успіху і победе нашої страны. Сподіваємося, і на заспокоєння ситуації в Маріуполі на сході і на налагодження нормального конструктивного діалогу і загальної ситуації да. у кривому розі дякую вам за бесіду. Вчора ввечері з Кривого Рогу до Маріуполя відправилася вантажівка з будівельними матеріалами. Допомогу відправлено для мирних жителів, які постраждали під час обстрілу. За відправкою вантажу спостерігала наша знімальна група. Розповідає Валерій Кожухар.